Рассказать, может, в красках о взрывах, диком страхе про минный обстрел, про молитвы спастись в перерывах и о тех, кто сбежать не успел. Кровавая. Так говорят лутугинцы о лете 2014 года. Война ворвалась в наш край 18 июля. Именно в этот день в городе впервые услышали звук стрельбы, какого-то непонятного хлопка. Это позже уже жители маленького города научатся различать град, миномет, САУ. Позже смогут находить в себе силы выходить из укрытий. А еще научатся жить без света, готовить без газа, обходиться без воды и превозмогать в себе усилия навсегда прощаться со своими родными. Безжалостный маховик войны запущен. Он будет вращаться более полутора месяцев, а мирные жители каждый день наблюдать эту войну. Они станут свидетелями того, как рвутся бомбы, как разрушаются дома и гибнут их земляки. Они жертвы, живые жертвы войны. Лето 2014-го стало последним летом детства для сотен маленьких лутугинцев. Каждый выстрел, каждый взрыв невидимым гвоздем вонзался в детскую психику, оставляя в ней на всю оставшуюся жизнь неизгладимые шрамы. В мирную жизнь лутугинский край начал возвращаться 1 сентября. Именно этот день считается теперь днем освобождения района от украинских карателей. И постепенно, шаг за шагом, район начал оживать. Многие, кому пришлось покинуть свои дома, вернулись. Открылись школы, детские сады, медицинские учреждения, работают коммунальные службы, открыты несколько социальных столовых. А еще с первых дней освобождения работает гуманитарная служба, тесно сотрудничая с благотворительной организацией «Близкий Восток». В гуманитарной службе никогда не бывает тихо. Ежедневно здесь бывает по несколько десятков лутугинцев. Но чаще всего здесь можно встретить мам с детками и пенсионеров, тех, кто более всех подпадает под статус социально незащищенных слоев населения. О каждом из них здесь знают, а благодаря поддержке из России оказывает помощь. Гуманитарная служба Лутугинского района тесно сотрудничает с организацией «Близкий Восток», которая оказывает помощь социально незащищенным категориям гражданам нашего района. К примеру, последнее поступление гуманитарной помощи нам пришло из Рыльско-Курской области, благодаря которому мы могли сформировать и раздать 250 пайков в течение февраля. И также большое спасибо жителям городов Российской Федерации, Сыктывкар, Ухта, Санкт-Петербург, Кряжма, которые также оказывают нам помощь уже на протяжении нескольких месяцев. Надеемся, что сотрудничество с организацией «Близкий Восток» и в дальнейшем будет таким же тесным и плодотворным. Хочу сказать спасибо всем россиянам, которые помогают нам в трудную минуту. Я жительница Лутугинского района, поселок Георгиевка. У меня в данный момент погибла семья. Убили мужа, убили сына. Сейчас я проживаю у мамы, ей 86 лет. Пришла за гуманитарной помощью и благодарна Лутугинскому району, который выдает гуманитарную помощь.
поселка Успенка. У нас многодетная семья, семеро деток. Я очень благодарна, что вы дали нам эту помощь деткам. И спасибо, что мы получили, что мы поддержали, что нашу семью. Я очень благодарна. Спасибо большое. К нам приехал в гуманитарную службу председатель Белорусского поссовета Нечипаренко Максим Борисович. Он к нам приезжает, у него открыта социальная столовая, которая находится в его поселковом совете. Приезжает к нам за гуманитарной помощью на столовую. Мы ему очень часто выдаем, каждую неделю, потому что село очень большое и нуждается в гуманитарной помощи. Мы очень благодарны российским нашим товарищам, которые оказывают гуманитарную помощь. На сегодняшний день кушает 216 человек, малоимущих граждан, одиноких. Вот, и регулярно мы получаем продукты питания для приготовления пищи. Спасибо большое за подмогу от наших людей. Низкий поклон российским товарищам. И пусть сегодня наш регион в экономической блокаде, мы готовы двигаться вперед, готовы трудиться на благо города и каждого его жителя.